Я мог бы никогда не написать первому игроку «Приготовиться», если бы не вырос на фильмах Стивена Спилберга. Это или была бы совсем другая история, или ее не существовало бы вовсе. Его работы прочно вплелись в мою жизнь. Думаю, что все, кто хочет снимать кино, мечтают поработать со Стивеном Спилбергом. Моя мечта сбылась. Когда я прочел первому игроку «Приготовиться», меня накрыла волна предвосхищения будущего и воспоминаний из прошлого одновременно. Я родился в 2025 году, но хотел бы вырасти в 80-х годах прошлого века, как все мои кумиры. Внезапно я увидел то будущее, которое описал Эрнест Клайн, автор книги. И оно не сильно отличалось от того, что представляю себе я. Я живу в Коламбусе, штат Огайо. В 2045-м он до сих пор считается самым развитым городом мира. Но если вы живете в штабелях, вы этого точно не видите. Это мир антиутопии. Мировая экономика рушится. Самое время бежать, поэтому виртуальная реальность становится супернаркотиком. Наше поколение называют потерянными миллионами. Потерянные не потому, что мы ушли и пропали. Идти-то ведь некуда, кроме как... в оазис. Эрнест довольно осторожен, и мы вместе работаем над каждым персонажем, чтобы они предстали так, как их задумал автор. Все это огромная коробка с игрушками со всего мира, с которыми мне довелось поиграть вместе с крутейшим режиссером всех времен. Это также обалденный экшен и невероятное приключение. Эрнест Клайн – настоящий провидец. Он увидел будущее раньше, чем любой из нас мог его вообразить.